Наверное, чтобы выйти на новый уровень, нужно пройти определенные сложности. Сложности у нас сегодня есть. И, наверное, нет какой-то мере удачи. По сегодняшней игре игрокам по работе, по все, что касается до штрафной площади, наверное, вопросов никаких не может быть. Единственный этот полумомент, который есть, он завершился нашим поражением. Ничего страшного, ничего страшного. Двигаемся дальше. Игроки уже более в лучшей форме. И этот матч, который мы проиграли, мы его, на мой взгляд, сыграли лучше, чем два предыдущих. Но бывают такие периоды, что все не идет, все не залетает. Хотя я так думаю, что мы чистый гол опять забили. Ребас почувствовал себя не очень хорошо, я его заменил по травме. Но какой смысл об этом говорить, реакции-то нет. Я не понимаю, сегодня два матча, почему в такую жару, зачем мы мучаем игроков, когда можно 8 часов играть вечер. Он хорошо тренировался эти дни, это раз. Второй момент, он достаточно неплохо играл. Но что значит неплохо? Для нападающего основной критерий – это гол. Гол он в целом не забил, так же, как и другие. Мы пытались усиливать атаку, усиливать за счет Эдера, Фарфана. Не получилось.